Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор сингониумов. Сингониумы в каждый дом. Тем временем я их переберу, пересмотрю и узнаю конкретно, сколько у меня сортов. Поехали! Жаде и три короля – это одно и то же. Вот такой вот. Шоколад. Шоколадка. Это Т-24. Миниатюрный, видимо, сортик. Вот представляете, это месяц уже прошло, когда я их покупала. Какие они вообще приходят. Малюсенькие-малюсенькие детульки. Так, Данг Росами Тонг. Данг Росами Тонг. Вот такой вот. Так, Орм Мане. Возможно, кто-то посмотрит это видео и полюбит сингониумы так, как полюбила их я. Вот реально беспроблемные сорта. Но я вам хочу сказать, не будете вы их черенковать так, как сингониумы, сцендапсусы и так далее, которые междоузлия выбрасывают, только мама не горюй. Здесь... год по-любому надо вырастить эту растюху, чтобы отделить. Хотя я вот смотрю на некоторых миниатюрных-то сортах. Уже можно, в принципе, делить. Уже вон они пошли эти. Ну, вот так вот делают и продают. Потому что детульки приходят очень-очень мизерные. Так, поехали дальше. Данг Нувин. Данг Нувин. Так, вот он стоил 450. Те не помню. Годзилла. Вот когда я его искала, я только нашла у одной женщины. А сейчас вот открой, он везде, наверное, будет. А когда надо, нету. Годзилла. Это сингониум, это не этот. Не сцендапсус. Там он растет вот так вот, лесенками. А это кустом. Так, Регина Ред. Регина Ред. Так, это у нас Орнак Грин. Это я у толка только пересадила. Был во мху. А мне мох я не люблю. Вот такой вот. За сколько я уже покупала, я не помню. Вот смотрите, один и тот же сорт. Вот это детулька. Вот это детулька. Росами Нак. 450 стоил. Росами Нак. Вот видите? Это детуля. Детуля. Детулька. А вот уже крупная деточка. Видите? Красота. Мы живем не на югах, у нас совсем другой климат, поэтому у нас растения не пышут, как на юге. Там аж прям прет вот их, прет они там и все как будто накачанные, надушенные такие вот пышки растения. У нас нет, у нас все-таки рост растений замедляется. У нас более умеренный климат такой. Правда, нынче жара была, а так... все устойчивые, и растения не так их распирает. Поэтому этим растюхам надо дольше расти. Так, идем дальше. По две палеточки буду показывать. Всё.
Так, самый мой любимый — Австралия. Ну, хоть стал это свежие листочки давать. Пришел-то он у меня. Он в каком состоянии? Кто-то его ел, жевал и так далее. Австралия. Так. Red Spot. Триколор. Смотрите, какая красота. Вот этот сорт стоит где-то 500-650. Это деточки. Это деточки. Крупные кусты, не знаю. Так, что мы, Три короля смотрели уже или нет? Ну, Жаде и Три короля — это одно и то же. Я, по-моему, показывала, нет? Лайм-сода. Корида. 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 Ормтон Квар. Это дорогой сорт. 3,5 и больше я видела. Ну и там самая маленькая детка 1000. Ормтон Квар. Так, неон пинк. Неон пинк. Пинк Бьюти Лава. Тоже сорт такой, дешевле 1000 я не видела. Пинк Бьюти Лава. Мария. Хорошие растюхи, беспроблемные, растущие быстро. Шикарные кусты. Эти сорта начинаются вот от 250 рублей, вот такие детки. И уже побольше, там 400-500. Неона Роу. Неона Роу. Красивый тоже будет. И вот это дорогущий сортик. Яичница. Смотрите. Не красота ли? Ну, красота. Какой-то желтый скрестили с Ведланда, мне кажется, потому что листья — это Ведланда. И вот эти вот полоски его. Красота. 3500. Дороже есть шикарные кусты. Есть поменьше. Кто то ли... Ну, короче, кто на что горазд, то тот так и продает. Ну все, две палеточки мы посмотрели. Это у нас получилось 20 сортов. 20 сортов.